По вопросу с резонансными трагичными случаями, произошедшими в Екибастузском регионе, совещание прошло на местном уровне. С целью предотвращения подобных случаев глава города Аян Бисекин поставил перед ответственными органами задачи. Номер экстренного контакт-центра 111 по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей линии партии Аманат должен знать каждый. Его Аким поручил распространить по всем WhatsApp-чатам учебных заведений. Мы должны акцентировать свое внимание не только на неблагополучных, на семьях, имеющих статус неблагополучного, да? Мы должны в целом мониторить ситуацию. Нам нужно, чтобы эта работа стала на системные рельсы. То есть мы должны понимать, что от выводов, которые мы сделаем сейчас, то есть должна быть полностью перестроена система мониторинга, да? Неблагополучных семей. Это раз. Во-вторых, есть категории, которые не подпадают под неблагополучные семьи, но тем не менее таковыми они являются. Случай произошел, наша задача не допустить, чтобы подобный случай не повторился. В завершении совещания Аян Бисекин озвучил принятые меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц. В соответствии с поручением акима Павлодарской области от занимаемой должности были освобождены руководитель отдела занятости и социальных программ Динара Баграмова, аким Куэндинского сельского округа Абай Хакимов. По решению акима Екибастуза освобожден аким поселка Шадирты Мурат Кокужанов. Еще ряд чиновников получил строгий выговор. Руководитель отдела образования. Ложаман, строгий выговор за допущенное. Главврач поликлиники номер 3. Я даже сейчас поднимать не сталося. Я разговаривал с руководством управления здравоохранения. Значит, выговор, но это не простой выговор, тоже он капашин. Это последнее китайское предупреждение вам и вашим коллегам. Я всех предупреждаю, занимайтесь своими участками. Заведующему врачебному отделу поселка Шадирты строгий выговор, а я избавил. Врачу-педиатру врачебному отделу поселка Шадирты Ирги Барами выговор. С медсестрой должны, значит, расторгнуть договор. Заместитель Ахима Бурда и Мургали Бибу Сагентайни строгий выговор.